Я уже все выкинул ключ. Да, вы можете сказать что-то в камеру, громко. Да. Ну что, фестиваль состоялся. Ну я просто... Ну, говорите. Я не говорю, вот у меня муж бы тут уже бы рассказал. Да, да, вот у нас бы разделение. Да, вы говорите, а я буду снимать круговую панораму. Ага. Ну что, фестиваль «Белое озеро» состоялся. Ура! Ура! Ура, едем домой сегодня. Надо еще успеть покупать. Мне очень понравилось. Да. Но есть в нем что-то свое очарование, да, и своя атмосфера. Да. Конечно. Таких фестивалей, говорят, нет. Вот приезжали даже из Рэмбо, вот у него. Но я вам скажу, вот на что я обратил внимание, некоммерческое предприятие. Здесь отдыхаешь душой. Да, здесь нету конкурса, здесь нету грустей, здесь не зарубляешь, да, и да. Это уже хорошо. Да. Ну, а вы посмотрите, сколько людей сразу за наше место. Да. Ну, считается, место хорошее. Да, место хорошее. Вот есть ключ, мы, по-моему, все уже поубирали. Да. Да, все, все поубирали. Все как бы... Я не нашел мусора. А наши детки. Лёня, скажите пару слов, да? Как самый молодой участник. Сказать пару слов. Ну что вам сказать? А просто тут видите. Благодарны нашим организаторам за то, что организовали все это. Да. Ну, мама твоя молодец. Хорошее место в исполнении. Буянет энергией, энергии много. Всегда живет. Да, я думаю, что он перспективу имеет хорошую. Но он, правда, может быть испорчен именно вот этой обстановкой коммерческой.